Всем привет! Сегодня выпуск про улиток. Когда я гуляла в лесу, я насобирала вкусные зеленые сотни мох, потому что не дожди. И он стал влажным, сочным и вкусным, зелененьким. Улитки очень любят кусать мох. Для них это не только еда, но и домик. Они любят туда заползать, прятаться и даже кусать и ползать. Я их не тревожила, потому что они спали в этом мху. А потом я думала, что они спят. А оказывается, они нанесли кладку яиц. Просыпаюсь еще раз. Еще раз кладка яиц. Ну-ка, давайте посмотрим. Ой, какие красивенькие, крупненькие, желтенькие и даже беленькие. Точно наверняка, что черные и голубые или прозрачные яйца не вылупятся точно уличата из них. А вот эти вот хорошенькие. А вот это уже улитка. Заснула, смотрите. Тихо, она скоро покроется пленочкой. Она спряталась глубоко в панцирь и скоро покроется пленочкой. И будет очень-очень спать до весны. Спи, малышка. Остальные спячку не легли, но сейчас день, и они сейчас спять, а когда будет ночь, они будут ползать. Посмотрите, как тут тоже много яиц. Когда они вылупятся, я обязательно вам их покажу. Не забудьте подписываться на мой канал. Всем пока!